что ж, мы начнем наш концерт. Круто, что вы пришли. Мы в Санкт-Петербурге. Это тоже очень круто для нас. Я не знаю, что нужно говорить, или нужно ли вообще что-то говорить. Мы начнем играть, и там уже в процессе мы поймем. Нужно ли что-то сказать? Thank you.
Окунемся немного в 90-е годы, в российские 90-е годы. Песня о том, как все было в 90-х годах, о водителях, которые ездили, путешествовали по России, куда бы они ни приехали, все везде были 90-е. Ну, то есть они колесили по всей России, и везде были 90-е, но приезжая домой, было нечто настоящее, была любовь, и семья, и все прочее. И вот об этом, наверное, песня. Thank you.
автобус, пьяный автобус, пьяный автобус, пьяный автобус, пьяный В общем-то, две песни за Коспад 90. Я не вырос в 90-х, в том плане, что я их не помню, то есть они не оставили там отпечаток какой-то во мне или еще что-то такое. Не, ну что-то, конечно, было. И нужно что-то сейчас говорить, мне кажется, просто. Спасибо. Мы продолжим без 90-х уже. Но я думаю, что какая-то часть их все равно живет в нас. Уж точно. Песня достаточно простая. Песня о том, что нам очень часто хочется чего-то иного, просто иного, не обязательно лучшего или худшего, ну просто какую-то альтернативу. Это касается многого, не только музыки, там, я не знаю, не только еды. Все что угодно. Thank you.
Спасибо. Как у вас настроение, друзья? Спасибо. Вы лучше. Поверьте. Вот мы пели про 90-е. Я поймал себя на мысли, что картинка вот с моей стороны такая, что мы на, как будто бы мы на танцах в сельском клубе. Есть. Ну, как бы каждый ждет, что его кто-то пригласит на танцы, и все стоят. Друзья, очнитесь, никто вас не пригласит на танцы. Если вы сами не начнете танцевать. Но это я должен был сказать перед другой песней, потому что под эту песню нельзя танцевать. Это песня, которую мы сейчас... Песня, которую мы сейчас сыграем, она носит исключительно медитативный характер, характер расслабления. Она вот об этом странном чувстве как раз-таки, когда ты стоишь на сцене и смотришь на людей, и понимаешь, что они смотрят на тебя, но чувство такое, что это ты на них смотришь, а они, не они на тебя. Поймите меня правильно, я хочу сказать, что когда ты играешь на сцене, очень хочется добиться внимания слушателя, очень хочется сделать все хорошо и аккуратно. И зал, как правило, ну, мы не видим лица, то есть все, ну, светит в глаза, мы ничего не видим. И это все очень похоже на то, как будто бы мы в каком-то море просто. И вот иногда ваши глаза сверкают, и, ну, и они срабатывают как маяки для нас. Это очень, очень удивительное чувство. Так что эта песня как раз-таки про это. Постараемся сыграть ее на одном дыхании. Thank you.
все, что ты имеешь. Это все, чем ты богат. То, чем ты сейчас владеешь. И твоя стрижка. Оглянись вокруг себя. Сначала здесь одни враги. Теперь все смотрят на тебя. И их глаза как маяки. Сейчас мы все равны. В этот раз не все равно. В этом море я и ты. В этом море и оглянись вокруг себя. Сначала здесь одни враги. Теперь все смотрят на тебя. И их глаза как моя. Звезды, долгий путь решений, твой взгляд, наш маяк по дороге к возвышению, по дороге к возвышению, по дороге к возвышению.
Thank you.
Спасибо. Мне по-прежнему интересно, как у вас настроение. Что? Блин, вот нам бы сначала найти спонсора, и у нас будут альбомы. Нет альбома, есть одна песня, и то, которую мы не исполняем, она на английском языке, и мы больше не поем на английском языке. Спасибо, да. Мы к этому стремимся, в принципе. К тому, чтобы смена языка не повлияла на музыку. Последняя песня от нас, не наша. Мы не очень много знаем о Санкт-Петербурге. Именно с той точки зрения, что мы не очень хорошо знакомы с субкультурой, не очень хорошо знакомы с клубами и прочим. Но мы знаем, что Фишфабрик упоминалась в песне «Наливая», горячо мной любимой группы «Текила джаз», на концерте, с которых я был трижды. Ну, я просто ни на ком не был трижды, только на «Текила джаз». И мы споем песню группы «Текила джаз». Для этого у нас небольшая рокировочка произошла. Я поиграю на пианино, а ребята будут шаманить. Немного времени нам не понадобится. По поводу тона. Спасибо. Могли бы замутировать вот этот микрик, спасибо. Знаете, что было бы... Знаете, что было бы очень круто, если бы мы смогли выключить весь свет, например, здесь. Да, а вы бы, друзья, в определенный момент достали бы телефоны, и мы бы с вами немного пошаманили, потому что здесь будет такое место, где можно потанцевать на одном месте. Ну, там, где вы сейчас стоите, возле стеночек. Простите за задержку. Мы
Вы можете, кстати, клавиши немножко прибавить, потому что здесь кроме клавиш больше ничего не будет. Ну, бас там. Окей, ну, мы поехали. Пока. Слева берег, справа ночь, под ногами ворохи огня. Дым не может мне помочь, он и сам зависит от меня. Он зависит от того, сколько дней и для чего мы потратили на этот мост. После долгого дождя нам осталось все, но кроме звезд. Сверху небо, снизу тень, и по-прежнему не клеит дым. Солнцу вмешиваться лень, вот и птицы улетят за ним. И под каждым их крылом ветер, посланный дождем, будет петь о перемене. После долгого пути им оставит все, но кроме звезд, кроме звезд, кроме. Это дело предрассветных туч. Бесполезный лунный свет будет прятать в них свой сонный луч. И он запутаться бы рад в ста осях координат и оставить надоевший за обветренным стеклом весь не обо всем, но кроме звезд, кроме звезд, кроме звезд, кроме звезд, кроме звезд.
Спасибо, мы закончили. Работает? А, я могу так представить нашу группу, познакомить всех друзей с друзьями. Солист нашей группы Арсон... Руслан Потехов. Отличный соло-гитарист, автор песен, всех текстов. Наш барабанщик Антон Образцов. На басу у нас Алексей Коршунов. Коршунов, Алексей. Спасибо.